раз, два, три, четыре. Всем привет! Это рубрика «Зарядка». Лен, зачем у нас стулья сегодня? Мы будем отдыхать? Нет, мы будем работать. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Для первого упражнения нам понадобится, можно взять стул, можно работать без опоры. Но для того, чтобы быть более устойчивыми и совершенно уверенно в своей позиции, возьмем стул, опопремся немножко правой ручкой или левой ручкой, возьмем за спинку стула, бедро левой ножки, отводим, сгибаем под углом 90 градусов и толкаем пяточку наверх. Вот такими легкими движениями. А, отводим, вот тут очень много нюансов. Я знаю, вот я, допустим, уже неправильно делаю, да? Вот я пошла наклоняться вперед. Корпус мы оставляем, не двигаемся, осанка ровная, дыхание спокойно. Работаем только над задней поверхностью бедра, наших ягодиц любимых, которые нам потом скажут спасибо. Скоро лето! Продолжаем. Ножку сгибаем под углом 90 градусов, пяточку толкаем в потолок, корпус остается нейтрально. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, я сосредоточена. 3, 2, 1. Остаться в максимальной амплитуде. Держим 10 счетов. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И опустили ножку. Я накачалась. 10, 9, 8, 7. Стоим. Пауза. Максимальная амплитуда 10 счетов. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фух! Сесть можно? Конечно. Сесть можно. Что будем делать сидя? Ну, раз уж мы сели, ручки поставим на стульчик и обманем. Уберем ягодицы со стула. Упор только на кисти рук. Очень хорошее упражнение. Можно делать на работе, дома. Ничего для этого не нужно. Маршрутки. Почему бы нет? Так, их 12 повторений. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ну что, отдохнула? Встаем. Встаем. Снова подходим к нашим стульям, становимся боком. Угу. Ножку, бедро сгибаем снова под углом 90 градусов. Ручку можно убрать на пояс. И теперь работаем бедром в сторону. Вот так, на отведение. Таких тоже 12 повторений. 12, 11, 10. Меняем ножку, ручку свободную снова убираем на пояс, голень сгибаем под углом 90 градусов и работаем отведение. 12, 11, 4, 3, 2, 1. Ну что, на сегодня зарядка окончена, а мы с вами прощаемся ненадолго. Пока-пока. Пока-пока. Раз, два, три, четыре. Ходьбу закончена.